8 юных жительниц Ленинского района стали главными героинями этого мероприятия. Новенькие паспорта в красивых обложках им вручал начальник управления внутренних дел по Ленинскому району Алексей Кучун. Для каждой из девушек это событие станет памятным, ведь паспорт – шаг во взрослую жизнь. Немножко сделала, конечно, взрослее. Ну, свой документ как-то поважнее. Еще не рассматривала, рассмотришь сейчас? Ну, потом, да, рассмотрю дома. Вручение паспортов стало настоящим событием не только для самих девушек, но и для их родителей. Семья Спасеновых из Горок Ленинских приехала в управление внутренних дел в полном составе. Их единственной дочери Виктории 14 исполнилось еще в декабре. Но ради такого праздника можно было и подождать с получением документа. Я там подобного не видела ни разу. Очень большое спасибо вам, конечно, всем организаторам за такое вручение. А но сами помните, как получали свои паспорта? Ну, сами пришли, расписались и ушли. Да, поэтому запомнилось, и я думаю, дочери запомнится на всю жизнь. Ощущать, что у тебя есть свой личный документ, это, конечно же, как-то повышает и настроение, и все равно ощущать, что у тебя есть уже что-то важное, которое надо хранить. На базе МФЦ мы принимаем документы с 1 февраля, работаем в этом направлении активнее, будем выдавать на базе МФЦ. Я думаю, что к мероприятиям, таким как 9 мая, 23 февраля, мы будем проводить это и на базе МФЦ, и также в стенах УВД совместные акции, да, будут проводиться дальше. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.